Всем привет, друзья! Еще один томат моей селекции, который называется Фаэтон. Вот такие вот у него плоды. Этот томат уже продаю его, ну, лет, наверное, 6-7 точно. И уже появилась на разных сайтах у разных коллекционеров и продавцов подделка на него. Продают Фаэтон. Плоды такие же, но они зеленого цвета. Этот, как видите, абрикосовая мякоть, такая оранжевая. Так вот, настоящий Фаэтон выглядит именно вот так. Оранжевый с зелеными полосками. Это настоящий Фаэтон. Вытянутый носик. Ну и вот такая у него мякоть. Оранжевая. Очень плотная, мармеладная. Вот еще один плодик. Как видите, он оранжевый. Этот потресканный я уже передержал, их не успеваю снимать обзоры. Оранжевый с зелеными полосками. То есть, ну вот такой вот фаэтончик должен быть. Так, если вы выращивали этот сорт, знайте, что вам могли подсунуть не тот. Потому что я в 70% продавцов вижу фаэтон с зелеными плодами. Такой же, только здесь светло-зеленый, не оранжевый. И темно-зеленые полосы. То не фаэтон. Часто всего, даже у многих я продавцов, встречал вместо фаэтона, подсовывают туда мой сорт лунный камень. И говорят, что это фаэтон. Но то не фаэтон. Фаэтон именно такой оранжевый, полосатый. Расскажу немного о сорте. Кусты у фаэтона 60-70 сантиметров штамбового типа. Можно не подвязывать, но лучше подвязать, потому что под нагрузкой плодов они ляжут на пол. Плоды вот такие, уже про них рассказывал. Они очень-очень сладкие, вкусные. Десертный вкус, нет никакой кислинки томатной. Чисто такой сладкий вкус, очень приятный, ароматный, с фруктовыми какими-то нотками. Очень мне нравится и считаю это удачный сорт моей селекции. Ну, получился шикарный томат. Если хотите семена этого томата, именно оригинальный, не подделка, то заходите в описании под это видео, есть ссылка на мой сайт. Покупайте семена. И также скажите в комментариях, напишите, выращивали вы фаэтон или нет. Возможно, вы выращивали подделочку. То, что сейчас продают другие продавцы. И что самое обидное, не знаю по какой причине, они не указывают, кто автор сорта. Наверное, боятся конкуренции. Или рекламу мне не хотят делать. Не называют, чей это сорт. То есть, я к чему это веду? Американский селекционер указывает, там это сорт там Блена Хортона или там Тома Вагнера. А нашего они говорят. Вот из других стран подписывают, что это сорт Руслана Духова. Украинские не хотят. Думают, сейчас скажут мое имя. Они зайдут в интернет и купят у меня семена. Ну, я вам скажу так. И все равно покупают семена все, кто любит томаты, у меня. Конкуренции у меня в Украине нет. Потому что все новинки всегда у меня. И все самые интересные томаты покупают только у меня, можно найти. Поэтому делайте выводы, заходите и вы на мой сайт и берите себе семена. Поставьте лайк этому сорту, не видео. Потому что видео я снимаю плохо. Я не профессионально, на телефон снимаю. А сорт получился хороший. Поэтому этому сорту поставьте лайк. Я вас попрошу. Это поможет видео подняться выше, чтобы побольше увидело людей этот сорт. И желаю каждому дачнику и огороднику вырастить такой томат у себя на грядке. До новых встреч. Далее будет еще больше обзоров томатов. Всяких сортов прикольных. Всем пока!